Тяжел бабушку в подвала. Бойцы ДНР спасли пожилую женщину, дом которой разгромили танки ВСУ. Атака украинской армии на село Коминтерново началась за считанные часы до официального перемирия. Ну, я кушать, но если... Не знаю, как сдурели вот это вот 31-го. Целый день с утра. И бах, и бах, и бах, и бах. Да что ж это вот до самого вечера, пока не разбомбили мне хату. Я если бы знала, что вот это вот... Сюда бы выхнуть, я бы в подвал не залазила. Хай бы выхнула вместе со мной. Легче было бы, чем вот это вот смотреть. Сюда, как видно, сами видите, прилетел 120-й примерно так танк. Скорее всего, работа. Бабушку вывели, отвели в подвал. Сами залезли туда. И вот цепью встали и тушили дом. С колодца набирали и каждый по ведру и таскали, тушили дом. Вот тут я живу сейчас. Я топлю печечку, вижу. Вот подвал мой. Где я, вот видите, даже завернута. Вот так вот сижу, как это самое и сижу. Как начну тут вот свистеть, раз, быстренько в подвал. Вот открываю подвал и сюда. Стали бабахать, сильно уже стали бабахать. Я залезла в подвал, как шандарахнула, и вот так вот, слышу, аж весь дом это, думаю, это, наверное, мне в дом. И вот вонь какая-то, вот гарь. Бабушку дали, там, оказали первую помощь, потом все здесь убрали, то, что навалило. Вот. Пол восьмого вечера, да, хлопцы? Пол восьмого, темно было, они бедные. Меня в первую очередь затащили к себе, ретовали, я думала, сдохну. Увидишь, как горит.